откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего рабу своему Иоанну. От чего нас хотел предостеречь Иоанн? Что ему открыл Агнец Божий? Это то, что уже свершилось? Или еще свершится? К чему нам, людям, христианам, нужно готовиться? Как близко мы подошли к краю пропасти? Чего нам ожидать в ближайшем будущем? Мы скоро с вами порассуждаем об этом на основании Библии, Слова Божьего. Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко.